сухой корм для котов Юзера Sensi Cat. Друзья мои, всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора – это кормление домашних котиков, в частности, корм Юзера Sensi Cat. Данный продукт уже не первый год на рынке Украины, пользуется хорошим спросом. Отзывы о этом корме только позитивные. Корм является супер премиум сегмент производства Германии. Если ваш котик очень требовательный к корму и имеет чувствительный желудок, то корм Sensi Cat, как говорится, для вас, для вашего питомца. Рассмотрим, что и как по данному продукту. Это идеальный корм для взрослых котов с чувствительным пищеварением. Особенности данного продукта – это хорошо перевариваемая рецептура корма. При постоянном кормлении данным кормом pH мочи будет на уровне 6-6,5, что противодействует образованию мочекаменной болезни. Шерстевыводящий эффект достигается тоже при постоянном и длительном кормлении данным продуктом. Этот корм идеален для котят от 6 месяцев, которые любят большие гранулы. Давайте по поводу гранул посмотрим, что же у нас тут. Вот такие гранулки. Некоторые из вас просят меня сказать, какой размер. Ну, я так на глаз всегда не помню. Мы сейчас померяем. 13 миллиметров в длину и 5 миллиметров в ширину гранула. Так, рассмотрим основные ингредиенты данного корма. Домашняя птица – это источник белка с низким содержанием жира. Кукуруза – это источник энергии. Печень – это источник витаминов для организма. Это будет вкусно и легко будет усваиваться, данный ингредиент. Рис – это ценный и легко усваиваемый белок. Дозировка корма, сколько нужно давать котику, зачастую, ну не зачастую, а всегда указано на обороте упаковки. Существует много разновидностей по объему при продаже данного корма. Самая выгодная пачка, естественно, большая, 10-килограммовая. Не переживайте. Зиповская защелка сохранит качество корма. Даже если вы берете большой мешок, то отсыпали и закрыли зип и поставили срок годности данного корма большой, потому можно для экономии брать просто сразу большую банку. Протеина в данном корме 33%, жира 18%. Вот у меня корм чуть-чуть полежал даже на листике А4, уже даже проступило слегка, ну как такой, как жирочек на самой бумаге. Потому по жирности сразу ну, бросается в глаза. В данном продукте 89% животного белка от общей части белка суммарно. Итого. Корм супер премиум класса, хорошо продается, нареканий я пока никаких не встречал, имея среднюю ценовую политику, для экономии берите сразу огромный мешок, десяточку. Ссылочку на данный корм я оставлю внизу в описании, на сайте zookool.ua вы найдете много всего интересного для ваших домашних питомцев. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!